И всем здравствуйте, дорогие друзья. Мы с вами вернулись в нашу родимую Forza Horizon 4. Когда нормальные, адекватные люди играют в пятерочку с новыми апдейтами, мы с вами играем в старую четверочку. Потому что она, ну, как по мне, показалось, что она все-таки ламповая. Пока меня не было пару дней, недель. Мы уже с вами обнаружили то, что у нас наступила зима. Мы с вами проспали целый сезон осенний. И сегодня я вам предлагаю немножечко, так сказать, мы давайте с вами расслабимся, почилим и выполняем то, что мы с вами, собственно говоря, не выполнили. Так. У нас с вами есть два очень интересных заезда. Например, смотрите, показательный заезд Halo. Halo — это не песня, Beyonce. Это такая игра от студии Microsoft, которую мы, кстати, с вами тоже... Которую мы тоже, может быть, с вами поиграем потом. Посмотрим. Вот. У меня есть еще, конечно, соблазн скачать Gears of War, знаете, да, четвертый, например. Я не знаком с этой серией. Ну, у меня была первая часть лицензионная, причем тоже. В свое время у меня был друг Кирилл. У меня есть друг Кирилл, если ты смотришь. Вот Кириллу всегда нравилось, вот это, блядь, да чтоб тебя. Кирилл, помню, мне говорил про... Про Gears of War 3 мы с ним раньше болтали, то, что, мол, там все реалистично разлетается, отлетается. Вот. Ну, вот такие делихи. Поэтому, может быть, скачаем тоже Gears of War. Третьей части нету. В принципе, две части отсутствуют на ПК. Есть первая часть. Может быть, мы с вами сначала пройдем первую часть, а потом пройдем и остальные. Можно, конечно, скачать эмулятор от Xbox и пройти там. Вот, но поскольку у меня джойстика нету, и я не знаю, вытянет ли у меня комп эмулятор. Все-таки вы знаете, да, что эмулятор требует немало ресурсов, порой больше, чем всякие там игрушки. Даже самые жрущие игры не требуют такого железа, как аккумулятор. Но вы, наверное, знаете, почему так. Я думаю, что для вас это не будет новость. Что дело в том, что для того, чтобы запускать эмулятор, там как бы должен сначала срендериться, отрендериться определенные процессы, вот, откомпилироваться определенные сцены. И именно потому, что компиляция, как это сказать, именно в компиляции вся роль, понимаете? То есть, если, например, есть игры типа Uncharted, да, где вот тоже, помните, компиляция шейдера была вначале. Вот. То там просто, понимаете, там компиляция, она заранее писалась под консоли. Господи, вот это она разбита. Вот. А эмуляторы, это все-таки не оригинально. Но я думаю, что лет так через 5-10 мы с вами поиграем, так сказать, в эмулятор от Xbox. Хотя, знаете, сейчас практически все игры Microsoft стараются выпустить, все свои эксклюзивы стараются выпустить на ПК. Есть люди, которые, да, говорят, там, ну, там Red Dead Redemption первого нет. Ребята, он отлично сейчас играется на эмуляторе, я вам скажу честно. Если у вас есть... Причем даже на 1050 Ti он спокойно пойдет. То есть на обычных средних видюхах, бюджетов YouTube, он запускается спокойно, вы можете насладиться. Пускай в 25-30 FPS, но кому хочется. Друзья мои, я проходил Watch Dogs 1 на старом древнем, блядь, железе мамонта с дикими лагами, но потом там конфиг настроил и прошел всю игру.
Поэтому что-то вы, ребята, отвыкли от хардкора, привыкли, так сказать, на современном этом, современным FPS играть. Ничего страшного. Смотрите, на пляже снега нет, серьезно? Вот показательный заезд. Hello. Давайте. Я просто вам в прошлых сериях обещал, что мы с вами поиграем. Ну, что-нибудь такое. Показательный заезд. Выполню, пожалуй, свое обещание вам, данное мне мною. С вами колесо ушло. Здесь, кстати, машина дается. Да, Хейло, это, по-моему. Слушайте, неужели сейчас будет со звездолетом будем гонки устраивать? Ребята, сейчас будет бомба мощная. Игровая мощная бомба, да. Ох, нихуя себе. Я же говорю, это Хейло, это игра, это. Это Мастер Чиф или как его зовут? Вау. Да, я говорю, будет реально бомба. Бомба, шедевр, игра. А Чиф будет на вертолете. Заебись. Все, как мы любим. Так, давайте попробуем так. Картана. Давайте вот так поставим. Я просто не хочу особо сейчас напрягаться. Просто вот так. Вон там башня стоит. Охуенно. Смотрите, мы будем сейчас соревноваться с вот тем вот вертолетом. Да, вы понимаете, уровень пиздеца. Картана это же голосовой помощник от Microsoft. Я, кстати, пока не до конца понимаю тему с голосовыми помощниками. Нет, я знаю, что это такое. А вон там, смотрите, впереди еще кто-то едет. Походу, настрою. А может быть, нам просто нужно проехать, типа такой чильный заезд. Ребятки. Понимаете, я мастера Шифу, мастера Чифу никогда не перегоню на его звездолете. Я, кстати, слышал такую тему, что в Форзе 5 есть дополнение про, типа, вот как Dirt, как он называется. И, типа, короче, там как раз-таки такая тема, типа, спереди тебя летит вертолет, и он показывает тебе траекторию движения. Куда тебе нужно ехать? Светит тебе путь. Мне кажется, это вот оно тоже. Слушайте, а мы вообще где находимся-то, я не понял. Ребятки. Это такой... Слушайте, это вообще... Это тот остров, который... Хотя, да, это он же. Я думаю, это Fortune Island.
А так мой совет, кто любит гонки, Форзу обязательно советую, рекомендую. Я не особо любитель гонок, но даже меня завлекли вот эти вот, чиловые заезды, вот эти все ништячки игровые, по типа. Ух ты ж, нихера себе, как тут все. Вау. Слушайте, это... Слушайте, это охуеть. Да мы его с вами уже все равно не выиграем. Подождите, этого же здесь не было. В смысле, нас тут двое? Да, Кортана — это голосовой помощник от, блять, винды. Это они придумали. Слушайте, а можно машину мастера Чифу купить, или это какая-то? Я чисто из-за ее внутреннего. Вы знаете, машина Илона Маска. Класс. Я бы такую себе даже взял, чтобы по лесам прикольно на ней ездить. Такой футуризм. Как говорится, за ягодками. По грибы да ягоды. Просто пройдено и все. Да, мы много чего не заработали, но желтые резиновые сапоги разблокировали. Я же говорю, в лес поедем с вами, ребятки. Говорится, у нас Россия, леса, красота, горы. Лесные степи, горные. Так, что тут? Горные. Будем ходить за грибочки. А, тем более, какая машиночка у нас. Так, открыть все у нас всякие штучки. Соломенная крыша, 500 тысяч, да? У нас с вами, кстати, я смотрю, есть... Ух, нихуя себе, 5 лямов. Нихуя себе. У меня, кстати, где-то здесь был трюкач. А давайте трюкачество завершим. Ребятки, ночь. Вы, наверное, знаете, почему я на ночь дрочу. Кто пропустил момент, значит, цените. Ночь, когда ты ночью катаешься, да? Под музычку, под вот это. Сейчас только выйдем, особенно от первого лица. Это, ух, это романтика. Это же Форза здесь. Сейчас от первого лица и поехали наслаждаться дорогой. Специально себе включил GPS-трекер. То, блять, чтобы не врезаться, хотел сказать, чтобы... У нас, кстати, с вами с мая будет выходить очень интересное прохождение одной игры. Вы обязательно... Я просто сейчас... Нашел одну очень хорошую игру. И, блин, ребята.
Там такой интересный сюжет. Не, ну вы эту игру знаете, потому что особенно кто владеет консолями. Не надо только думать, что это The Last of Us, потому что это не оптимизированное говно, пока даже играть невозможно. Нормально, не то что, блядь, записывать. Легко, вот тебе легко, братан. Легко это когда легко. А здесь совсем не легко. Смотрите, какие рассветы. А я говорю, здесь Форза это не просто гонки, где ты вот моем, да, по трассам шароебишься, а где-то еще. Здесь не нужно использовать, понимаете, это быстрые переходы, здесь нужно просто ехать и получать наслаждение. Наслаждение от просто от поездки по дороге, то есть. Почему нет? Тебя здесь не заставляют ни с кем соревноваться. Отбрось соревнования. Включи приятную музыку. Радио Пульс. Я вам советую Радио Пульс. Пульс, как правильно английском. И просто едь и слушай прекрасную музыку. Наслаждайся дорогой. Давайте даже погромче сделаем. Звуком движка. Правда, у меня один раз так башка болела, что я звук движка даже потише сделал, помните. Потому что это невозможно было слушать, да чтоб тебе. Светлеет, уже светлеет. Сейчас мы с вами поедем трюки выполнять. И что не самое маловажное, здесь есть какие-то миссии, понимаете? Не просто, да, приехал из одной точки в другую. Здесь есть миссия. Сейчас я поставлю, пойду выключу пирожочек. Вот. И вернусь. Я даже, наверное, не буду, хотя... Хотел послушать песенку одну, но потом я понял, что меня в прошлый раз за песенку от данного исполнителя забанили. Точнее, сказали, что в России матушке недоступен видос. Мой будет. А меня такое не устраивает, поэтому мне пришлось вырезать песню. А вот. Что это такое, блин? Вот мне не нравится такая, знаете, дискриминация. Недоступна. То есть везде доступно, а здесь нет. Ну, что это такое за? Поэтому нафиг я просто вырезал ее и все. Песня-то просто про любовь. Ну, я не понимаю. Здесь нам нужно с вами доехать. От первого лица обязательно. Такие правила здесь. И доехать от первого лица. Вот. Доехать до определенной точки. И совершить какой-то безумный трюк, наверное. Вот. Что делать надо? А, разнести все, понял. Типа повырезаться во что-то, что ли? Деревья собрать. Ой, я пропустил.
Дерево врезался. Так, в пизду. Начать заезд заново. С такой техникой, блядь, езды, блядь, нахуй. Не позорься, Саш. Хорошо, Александр, я не буду позориться. Сам себя поругал. А! Так уж теплицы стоят. А, можно на 3 звезды пройти, понял. Ну, 2. Да почему это тут? Он как бабище рад. Подмолчку такую. Я хотел то вот текст с клубничкой. Сука, клубничку не дали, сволочи. Слушай, а я еще хочу. Есть какие-нибудь? Да, здесь еще есть трюкаж. Давайте все пройдем, может быть, сейчас. А потом я поем пирожок и пойду спать, потому что времени уже немало. О-о-о! Гелен Ваген, как там была песня? Едем, едем на гелике. Ну, такая песня была. Олдфаги не помнят, точнее, олдфаги помнят, зумеры не поймут. Хотя, что я несу, этого времени зумеров как раз таки вышло. Ну, ладно. Геля здесь, Геля тут у нас такой вот суровый гелянич. Геля у нас тут. Что за буз-бест? Я люблю
Пульс. Мне нравится Пульс, потому что там drum and bass такой классный. Бус. Вот, кстати, давайте немножечко поговорим о будущем игровой индустрии онлайн-игр. Мне кажется, что вся будущая индустрия онлайн-игр будет построена на донате, потому что практически все игровые студии отлично прощупали то, что можно вести free-to-play там модель, люди не покупают игру, потом можно стричь им бабки, идея. Поэтому я думаю, вряд ли мы уже нормальную серию Battlefield увидим когда-нибудь. Я думаю, то, что... Знаете, ребят, то, что Battlefield 2042 вышел таким, мы еще скажем потом, о, это нормальная игра была, оказывается. Потому что, я думаю, следующая часть Battlefield, она будет настолько уебищной. Настолько будет, как сказать, уебищной именно для старичков серии. Потому что, кто-то, люди, которые играли в Battlefield, вы понимаете, что... Зумеры об этой игре, ну, мало знают, понимаете, сейчас всякие там, у них в основном другие увлечения, понимаете, мы даже это не будем их осуждать, потому что, как бы, ну, это их поколение, они что хотят, то делать. В батлу играли в основном, понимаете, люди вот именно наших возрастов, понимаете, кто в 90-е, там, да, еще в начало 2000-х, вот. Мы именно те люди, которые застали вот этот весь прикол с Battlefield, с Call of Duty, со старыми, со самыми старенькими. Когда не было вот этой фри-ту-плейной модели, когда не было кучи доната. Вот. Там из доната максимум, что можно было купить, это какие-нибудь чемоданчики с бустами. Вот. А что сейчас, господи? Поэтому я вам гарантирую, когда батла новая... Когда она выйдет, мы еще с вами скажем, о, 2042, пойду куплю по скидке. Мне Battlefield 2042 еще не нравится по той простой причине, что за него просят такие бабки. Но контента нового там не появляется. Вы вспомните в старенькой серии Battlefield, да там... Каждый год по 2-3 новых карт было зашибись до хрена. Да, есть карты, на которых там те же самые объекты стоят. Но, блин, ну они были, понимаете? То есть ты платил за дополнение, либо, да, там ты... Вот здесь сказали, да? И сказали, когда вот мы, мол, с пятой части уже, да, они там убрали там платные дополнения. Так а зачем говорить, что мы убрали, если нового ничего практически не добавляется? Понимаете, то, что они убрали DLC, но нового ничего и в игру-то они особо-то не добавляют. Раз, дай господи, в год-два выпустят карту новую, все. Причем я пятую часть Battlefield, мне она так до сих пор не заходит так, как единичка. Что вообще первая часть, это просто гениальнейшая вообще. Гениальнейшая игра, потому что... Настолько классная. Я не делал по ней ни одного видео, я знаю. Я в нее сам немного играю, но она мне очень понравилась. Причем она у меня есть, я могу ее запустить. Но пока не хочу. Довольствуйтесь пока что Forza. Шучу. Ну, можно как-нибудь какой-нибудь стримчик запустить. А то у меня по всем батлам были. Я просто, знаете, в батлу... Я когда играю в батлу, да, вот... Ну, в основное время мне хочется просто, понимаете, вот, просто вот
почилить, понимаете? Ничего не записывать, понимаете? То есть просто вот сесть, ты включил для себя и как сидишь и наслаждаешься вот этой вот атмосферой, так сказать. Тебе ничего не надо, ты просто сидишь. Ты, господи, ты просто играешь. Все, не записываешь, не комментируешь. Если вам интересно мои, так сказать, батлфилдные эти без комментариев, ну, пожалуйста, я могу выложить. Потому что их не жалко для вас. Каких-то серий просто. Ну, посмотрим, может быть, я запишу. Я первый батл читаю, кто. Она, я считаю, что в серии Battlefield это был предел, это была точка развития, после которого пошла деградация. Battlefield первый совместил в себе вообще все лучшее, что можно было фантазировать. Это, во-первых, это когда ты можешь залазить в танк и видеть анимации, тебя могут грохнуть за это время. Блин, ребят, вы думаете, о, это все усложняет. Да вы чё, это наоборот, все это. О, это наоборот здорово, понимаете, все это. Господи, ебать, что за ночь. Пишется все это. У нас сейчас будет фильмец лучше, чем от всяких Netflix с их пропагандосными этими. Netflix, да, знаете, да, фильмы. И там Disney какие сейчас делают. Да. Мне вообще обидно, в принципе, что же Disney, помните, какие они раньше классные мультики делали, какие фильмы делали классные, а что сейчас превратилось? А что сейчас превратилась студия? Это просто капец. Ладно, даже комментировать не хочу. Вау. Слушай, а мне кажется, что это машина. Ой, меньше, чем, не знаю, чем мы. Слушайте, а можно вот так вот сделать? Я что-то все время здесь по правилам езжу в этой игре. Ведь нам же просто главное, что это, доехать и все. Скотина, походу, нельзя. Хотя вроде и можно. Ну да, это читерство и что? Что мне подзаработать нельзя немножко на гонках в лесу? Ангар стоял какой-то. А мы здесь, по-моему, мы здесь уже с вами ангарили. Это машина Джеймс Бонда, да? Все, что маленькое и похоже на вот эту хуйню гоночную, это машина Джеймса Бонда. Вообще, чтобы на 3 звезды надо было проходить в осенний сезон.
Кстати, друзья мои, кто играет в Forza, ну или играл, напишите, а что здесь сезон-то меняется? Я думал, у меня осенний сезон должен сначала закончиться. Зашел уже другой сезон. Ну, типа, что, он апдейтится даже, когда тебя нет? М? Да мне быстрее доехать не надо, мне тут самфинг. Я просто еду вперед и все. Мне никаких самфингов не нужно. Я еду. Самфинг. Нет, я знаю, как переводится она. Вы не думайте, я не дурак. Я что, лох, что ли, бля? Надо вот так ездить. Что я арахис соленого захотел так. Причем именно арахис, а не какой-нибудь пасты, а именно такой, знаете, соленого арахиса. Конечно, есть зануды, которые скажут, арахис это не орехи. Хочу, блядь, бобов арахиса. А так нахер. Шмёр, сон так клонит. Давайте еще один заезд и все. Иначе я все усну за рулем. На скорость что ли надо? Ух, ебать, в городе что ли? Ой, блядь, что такое? А, блин, ребята, игра вылетела. Ладно, друзья мои, всем пока. Я думаю, мы в следующий раз с вами пройдем, потому что, блядь, пиздец, рубит просто на. Спать хочу. Поэтому все, всем спокойной ночи. Кто только проснулся, всем доброго утра. Мой голос, как говорится, останется все равно с вами, поэтому я пошел. Хе-хе.